Сотрудничество Казанского федерального университета и иранских деятелей ведется уже не первый год. Посол Исламской республики Иран в Российской Федерации посетил Институт международных отношений, истории и востоковедения. Посол высказался на такие вопросы, как образование, взаимодействие университетов разных стран, международные отношения и многие другие. Он считает, что отношения Ирана с Россией и между университетами стран продолжают развиваться. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество в области технологии и науки, и исследования тоже и в будущем наблюдает больше роста и больше развития, потому что как раз у нас очень серьезные государственные отношения, но между университетами, и между элитами, и между народами как раз надо расширить эти отношения. Встреча представляла собой беседу между зрителями и выступающим. Студенты задавали блок вопросов, касающихся Ирана и международных отношений. Посол отвечал на каждый вопрос с интересом. Для него это была возможность научить студентов, а для них – получить новую информацию. Для них эта встреча принесла много пользы. Так, отвечая на один из вопросов, посол поделился своим опытом в направлении дипломатии. Вы как студенты, которые изучаете персидский язык, изучайте и Ирану, и иранистику, поэтому я надеюсь, что и очень хорошо будете знакомиться с Ираном. Большую часть выступления посол посвятил персидскому языку и культуре. По его мнению, в культурах Татарстана и Ирана есть много общего, и на этой базе необходимо выстроить новые отношения и организовать близкое сотрудничество для совместного развития. Он надеется, что студенты, изучающие персидский язык, будут изучать и Иран. В чем качество дипломатии? С минимальными разрушениями и триатами решить большие вопросы. Именно дипломатам дает те задачи, которые очень сложно и решить те споры. И дипломатам очень важно, чтобы найти взаимовыгодные точки. На все вопросы, интересующие студентов, были даны ответы. Участники встречи остались довольны. Артем Тупичкин, Владислав Михневский, Универньюз.